Приветствуем вас, дорогие зрители! Сегодня мы приготовили для вас совершенно эксклюзивные кадры. Мы увидим вместе с вами, как зарождается жизнь нового ювелирного украшения и проследим за ним от момента эскиза до отправки в руки счастливой обладательницы. Мы уверены, наверняка многим из вас интересно узнать, как создаются ваши любимые ювелирные шедевры, и поэтому приготовили для вас обзорную экскурсию по любимому заводу всей страны – Приволжскому ювелирному заводу «Красная Пресня». После формирования идеи мы переходим на новый этап, который называется моделирование. Сперва нужно создать начальное изделие – украшение в единственном экземпляре, по форме которого будет изготавливаться вся партия новинок. Для этого создается так называемая елочка. Елочка, потому что на этой модели словно на еловых ветках расположатся будущие украшения. Но сначала необходима форма из резины, в которую будет заливаться восковая елочка. Для заливки елочки из серебра будет использована форма из гипса, которую мастера сделают на основе резиновой формы. На данном этапе форма создается из резины, и вот мы видим кадры, как слой за слоем вручную укладывается мастером, а между слоями размещаются заготовки украшений. После форма отправляется под специальный пресс, где резина проходит процесс вулканизации и становится более плотной и однородной, то есть как раз пригодной для будущего литья. После этого каждая из форм отдельного украшения достается и вручную разрезается на фрагменты.